не на студенческой вечеринке. В Калифорнии стрелок ворвался в клуб и убил 12 человек. Киев начинает гонение на русское православие. Главу Московской духовной академии не пустили на Украину. Полиция накрыла наркоимперию нового поколения. Картель опутал десятки регионов страны. Жительница Серова унаследовала от мужа памятник культурного наследия и теперь рискует получить штраф. За что, расскажет Ольга Зинкова. Новогодние чудеса начинаются в ноябре. Главный зимний волшебник Дед Мороз отправляется в большое путешествие по России. А его первые остановки в Красноярске — Владимир Аракелов. Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телекомпании НТВ. Это программа «Сегодня», ее ведущие Елена Спиридонова и Игорь Полетаев. Как минимум 12 человек, включая полицейского, стали жертвами бойни в Калифорнии. Несколько часов назад в переполненный студентами бар в самый разгар вечеринки ворвался неизвестный с оружием наперевес. Сначала он начал бросать в толпу людей дымовые шашки, а затем открыл огонь. По словам очевидцев, злоумышленник палил без разборов тех, кто попадался на пути. Прозвучало около 30 выстрелов. Когда подоспела полиция, завязалась перестрелка.